30 апреля 1945 года. 1409 день войны. Весь день 3-я ударная армия 1-го Белорусского фронта штурмует Рейхстаг. Поздно вечером части 150-й и 171-й стрелковых дивизий заняли основную часть здания. Оставшиеся гитлеровские соединения оказывают ожесточенное сопротивление. Драться приходится за каждое помещение. 22 часа 40 минут. На крышу Рейхстага проникает первая штурмовая группа капитана Макова. Она закрепляет на скульптуре Победы красное знамя, врученное ей командованием 79-го стрелкового корпуса. Вслед за ними на крыше появляется лейтенант Берест, с ним сержант Егоров и младший сержант Кантарь. Они прикрепляют к скульптуре конного рыцаря красное знамя 150-й Идрицкой стрелковой дивизии. Позднее они переносят его на купол Рейхстага. Это знамя и будет считаться знаменем Победы. Сегодня глава нацистской Германии Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством. Он оставил завещание о составе нового правительства. Рейхпрезидентом назначен гросс-адмирал Дёнец. Войска союзников заняли столицу Баварии, город Мюнхен. Сегодня войска 4-го Украинского фронта освободили чехословацкий город Моравска-Острава. Операция началась мощным артиллерийским и авиационным ударом по немецким позициям. Днем наши части ворвались на окраины города. После 5 часов боев красноармейцы при поддержке 1-й чехословацкой танковой бригады освободили Моравско-Острову. Жители города тепло встретили победителей.